РСФСР Александр Михайлов. Прошу. Мне Бог дал один талант, я не кощунствую, говорю правду, уметь слушать и слышать. Я обожаю слушать и слышать. Сегодня это не так частое качество, но редко встречается. Можно слушать, но не слышать. Можно слышать, но ничего не слышать. И сегодня вот предыдущие выступили блистательно и интересно было следить за ходом мысли, потому что люди, уже пожившие в своей жизни. Я сегодня очень хотел бы обратиться к другой категории людей, к нашей молодежи. Если мы потеряем сегодня молодежь, которую сегодня манкуртирует, дебилизирует, обратите внимание, что в каждом кафе, в каждом ресторане ежедневно, ежесуточно звучат мелодии не национального нашего фундамента, фундаментального характера, разрушают наш генетический ход, наши гены на биологическом уровне. Идет иностранная просто мелодия, клипы, и это вбивается в подсознание, и вырабатывается неприятие и непонимание нашей как бы основы, основополагающей культуры. Потому что здесь, когда мы говорим о социальных проблемах, да, мы говорим о культуре, и как так стеснительно и спотыкаемся об этом, что как бы культура практически, ну, есть, это очень важно. Главное – медицина. Вот я лично решил дожить до 88 без маразма, а там как Бог даст. Это такая бесконечность. И я почему здесь? Мой друг Александр Дерябин, Савелла Дерябин, который своим примером доказал, что можно жить бесконечно до 100 лет, и можно перспективы и дальше чувствовать себя нормальным, здоровым человеком. Буквально несколько дней назад мне исполнилось 74 года. Так что я обязательно задачу свою выполню до 90 лет, постараюсь этого сделать, потому что слово материально, поэтому говоря себе, что спасибо, Господи, что ты жив на этой земле, что ты здоров, что руки, ноги целы и с радостью принимаешь каждое утро и каждый день, это очень эмоционально действует, эмоционально. Я пережил очень много. За одно только слово убрать, слово «смерть», играл Ивана Грозного в свое время, великого нашего царя, оболганного в истории Отечества, и один из действительно уникальных явлений в истории нашей России. Так вот, есть такая трилогия «Смерть Ивана Грозного», потом «Царь Федор Иванович» и «Царь Борис». Вот два царя, а здесь смерть. Ибо сказано, сказав человеку миллион раз, что он свинья, он захрюкает. А сказав этому же человеку, что он прекрасен, найди какую-то деталь, разрез глаз, может быть, цвет глаз, мочку уха, так сказать, и культивируй какие-то вещи, цвет волос, и человек расцветает. Это как лотос под интонацию может открыться и может закрыться. Слово – это очень действенно. Не буду вдаваться в подробности. То есть, чтобы убрать слово «смерть», мне пришлось пережить очень много. 2,5 литра крови из горла, резекция желудка вырезана, две трети, потом полостная операция, потом заворот кишок, смерть, кома, возвращение, полгода склифа и 23 килограмма веса долой. Вот я пережил. И все-таки, возвращаясь в Малый театр, я там проработал больше 20 лет, сейчас ушел из театра, преподавал в ГИКе 10 лет. И чтобы вот убрать это слово, я увольнялся из театра. И тогда руководство пошло на это, чтобы убрать слово «смерть». И был момент, когда много лет в Малом театре было три царя. И это поразительная вещь.
Если я, предположим, не читал «Отче наш», у меня отнималась левая рука и пропадал голос. Говорю правду, я не умею лгать. Так вот, сегодняшнее наше состояние тревожно по отношению к нашей молодежи. Идет дебилизация России сознательно. Любой канал, если суммировать каналы, то подсчитано в неделю телевидение выдает около 700-800 трупов. Сегодня основной конфликт между полицейскими и бандюганами. Огромное количество таких сегодня разбитые фонари, так сказать, это ловят, ищут бандюганы, не обремененные интеллектом. И вот это и есть дебилизация. Мало таких картин. Я сейчас не говорю о своих картинах. Я просто говорю, что 35 лет фильма «Любовь и голуби» и «Мужики» дают мне право сказать, что они сегодня не только благодаря этим фильмам объединяются с семьей, но несут вот тот генетический код, возрождает, который заложен у нас в России, здесь, на нашей многострадальной грешной земле. Я действительно сейчас не буду много говорить. Я счастлив, что здесь. И я думаю, что мой друг Саша Дерябин еще выступит. Спасибо, Наденька, вам за все. Здесь представители действительно и интеллигенции, и представители администрации. Я отношусь очень хорошо к Владимиру Владимировичу Путину, потому что если мы продолжали бы так грабить Россию, как произошло после перестройки и при Ельцине, нашем великом трезвеннике, то, может быть, мы сегодня не сидели бы здесь, и нас бы не было. Но его деяния и деяния его последователей до сих пор сохраняются. В Екатеринбурге создан Ельцин-центр. Вот откуда начинается очередная дебилизация России. Оттуда. А славянский центр письменности и культуры, какой бы он ни был, сегодня уничтожают, его запирают. Как хотели забрать ЦИДРИ, Центральный дом работников искусств. Духовность разрушается. Я, наверное, остановлюсь, потому что это требует действительно серьезного разговора, очень серьезного разговора. Я прочту одно стихотворение, которое так и называется просто «Я русский». Один чудак с лицом фальшиво грустным, ютясь в салоне своего Порше, сказал: «Мне стыдно называться русским. Мы нация бездарных алкашей. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей. А вот потомок эфиопов Пушкин не тяготился русскости своей. Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен творцы российской мореходной славы и Беллинсгаузен и Крузенштерн. И не мерясь мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейк, Дитоли и Лермонт. Любой из них достоин восхищения, ведь родину распеть для них закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, то душу лечит, то разит, как сталь, способны мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль. В душе любовь сыновню лелея, всю жизнь трудились до семи потов, Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинная история азы, и среди них, как столб, старик Державин, чьих жила кровь татарского Мурзы. Они идут до слуги до Мессии, свой крест неся на согбенных плечах, как нес его во имя всей России потомок турка адмирал Колчак. Не стоит головой биться в стенку и в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, так говорит Шевченко, внимательнее читайте Кобзаря. Патриотизм не продают в нагрузку берету, сапогам или пальто. Но коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский, вы никто. Спасибо. Спасибо за эти чудные комментарии на строку.